всем привет, мои красавицы. Девочки, я вам рассказывала, что я люблю очень спортивную одежду. Ну вот зимой я тоже, я хожу. У меня красная спортивная куртка «Россия». И вот такие штанишки теплые, белого цвета. Очень красиво сочетаются они с моей курткой, с красной. Вы, наверное, смотрели, я показывала. Вот, очень красивые, яркие такие белые у меня штанишки. Но недавно у нас было в Саратове потепление, и я уделала свои штаны, девчоночки. Вот так вот. Пришла, расстроилась, про себя думаю, ну, стирать мне их лишний раз не хотелось, не хочется. Я решила воспользоваться лайфхаком, который я видела в интернете, и решила я посмотреть, как это можно использовать на моих, так скажем, штанишках. Ну, вот что хочу, девчонки, рассказать всем. Вот здесь вот штанину одну я уже очистила, но, девочки, но хочу предупредить всех. Вот, конечно, где вот в темных местах-то, конечно, это у меня ничего не видно. А вот у кого, девчонки, светлые куртки, вот посмотрите, во-первых, какие получаются разводы. Так, чем я чистила, сейчас я вам скажу. Чистишь мицеллярной водой, берешь мицеллярную воду, вот, спонжик, значит, берешь и начинаешь чистить. Как это? Ну, давайте, я думаю, это вот... Вот видите, что получается? Вот такой развод. Ух, у меня. И здесь какие-то непонятные вообще что-то пятна. Вообще не пойму. Ну, если высохнут, это будет хорошо, конечно, все это. Ну, вот так. Как я это делала, сейчас я вам, девчонки, покажу. Ну, мне кажется, если я придется все равно бросать в машинку стиральную, потому что вот этого вот не было. Ну, я думаю, это все отстирается. Вот так. Как я это делала, сейчас я вам, девочки, покажу. Мы берем, девчоночки, диск. Вот обычный диск. И с вами увлажняем вот мицеллярной водичкой. И теперь что мы делаем? Просто, элементарно начинаем вот эти наши пятнышки с вами убирать. Начинаем. Прямо вот так просто зачищаете и все. Еще раз говорю, стирать мне не хочется, а вот немножко, хоть чуть-чуть вот это вот все убрать. Потому что осталось до весны совсем чуть-чуть. Вот сейчас мы с вами затрем вот эти вот грязные наши местечки. Я потом покажу, что у нас с вами стало. Вот так вот все вытираем. Вытираем. Ну вот, девочки, смотрим наш результат. Давайте посмотрим. Ну, наш вот этот разводик немножко, конечно, подсох. Не очень видно, но все равно видно. Так что предупреждаю, на светлых куртках, на белых, на серых аккуратненько, девчонки. Может, конечно, я взяла много, налила тут, вот. Но вот так, вот пятна у меня такие почему-то получились, непонятно. Ну, может, они у меня и были, как типа при стирке, я, может, внимания не обращала. Ну, вот такой вот, девчонки, результат. Давайте эту штанину посмотрим. Так, вот, вот, вот такой вот, девчонки, результат. Ну, делайте выводы. Может быть, на темных куртках и можно подтереть, на каких-нибудь там черных, синих куртках. Если что-то вы запачкали, можно этим и воспользоваться. А может быть, и стоит просто губочку взять мыльцем и мыльцем немножечко, так скажем, зачистить. Ну, вот, девчонки, использовала я. Проверила этот лайфхак, как с мицеллярной водой можно очистить грязь. Ну что, поставим, девчонку, девочки? Ну что, девочки, мы поставим за этот лайфхак с вами? Троечку или 4 с минусом? Ну, я думаю, можно, конечно, им воспользоваться. Но тоже, девчонки, аккуратно. На светлых куртках вот может такая произойти, так скажем, ерунда. Ерунда. Вот, какие-то пятна остаются от мицеллярки, я так думаю.
Так что смотрите аккуратно, не попортите свои куртки. Я вот попробовала, Ну ничего, прохожу, я думаю, все это отстирается, ничего такого страшного. Мне кажется, вот этот вот прут размоется, когда я буду стирать на после весны, так скажем. Я стираю свои штанишки, как говорится, кладу их до осени. Вот, я думаю, что это все отстирается, это все ерунда. Ну вот, девчулечки мои, красотулечки, смотрите, думайте, стоит вам воспользоваться этим лайф, стоит пользоваться вам мицелляркой. Попробуйте почистить, может быть, вот у кого там рукава загрязнились у девочек. Ну, еще раз говорю, на светлых куртках аккуратно с этим лайфхаком. На темных можно, да, а на светлом аккуратно. Ну, вот, что я вам хотела сегодня рассказать, мои девчульки-красотулечки. До новых видео. Пока! А с вами была я, Рубцова Наталья. Люблю вас всех, мои красавицы. Пока!